Всем привет, дорогие друзья, с вами Грохот, и мы начинаем прохождение игры The Middle-Earth Shadow of Mordor. Средиземье тени Мордора. It is here that for 2,500 years the ages of gold stood watch, guarding its domainless slate and all forgotten. And while the strength of Gondor faded, the power of the malice of Sauron grew in darkness. He has returned to Mordor. Shadow. Итак, вот наш главный герой. A perfect swing for killing chicken. Wouldn't want to hurt you. See a lot more than that. Dear Hail, the mighty chicken killer. Come on. Come on. Show your father what you have, huh? Тут начал обучать будет. Welcome. Hard enough? Parry, son. Don't forget to block. Perhaps you should not forget to hit. Stay alert, dear lad. Your enemy will not always be as he appears. Easy, son. You're not a soldier yet. I'll have your gun. Интересный переход. Теперь нужно орков болеть. L shift, левый shift и правая клавиша, чтобы казнить. Вот прибили вас в водяной рожек. Какой обезьянки. Злой и довольно обезьянки. А, это уроки. Похоже на орков. Интересно, в чем разница между уроками и орками? Мне сказал. Так. Кто-то интересно меч сломал. Это, похоже, его жена.
грустное начало, конечно. В этой игре, конечно, симпатичная графика, но требования завышены для такой графики. Талиан. Вот как его звать. Талиан. Упомянул его звать. Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. The AI will not come near you. There must be a better life than this. Not now. But soon. I'm just so tired of hiding here, Talion. We must hide now, or we are both dead. Теперь стелс. We should have left when we had the chance. Don't move. I'll clear a path. I'm outnumbered. Stealth is my only advantage. А все-таки здесь управление скорее за Бэтмена, чем из Assassin's Creed, как многие говорили. Даже плащ так же колебается. Все управление сыграли с Бэтмена. От этого игра не стала лучше. Ого, рожа какая. Жестокие руки. О, странно, этот чувак не похож на Урука. Кто он такой? Рожа больше похожа на человеческую. Хотя все-таки он не человек. See for yourself. Now, do you believe me, Ranger? What has happened to me? You are banished from death. Cast adrift between the worlds of light and dark. Curse binds us together within the walls of Arda. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us. The Black Hand of Sauron.
Интересно начало. Надеюсь, дальше будет хорошо. Не менее интересно будет дальше будет. This looks familiar. Kallion killed a nobleman, Yoris. His life now belongs to Gondor. Father, if you turn my love in, I shall swear I killed Lord Asgon when he attacked me. We shall both sacrifice our lives to Gondor. Перековать. Что я там собираюсь перековать? На выспанные призрака. Тут и открытая карта будет прикольно. Спрыгните вниз. О! We missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Тут надо валить орков. You will suffer for what you've done! Ух ты. Прикольно. Еще один. А, что это еще? Go back to him. На армии Саурона. Значит. Нужно убивать капитанов. Это уже как-то совсем грит попахивает. Значки продвижения по сюжету. Красная борьба в руках за власть. Ага. Белые значки побочные задания. А нет, ну, что за таракан? А ну иди сюда. The world has changed. Nothing makes sense. Трипов. Надо убить трех пауков. The future and the past are linked in darkness. А, вот и карта, так. Что здесь? Хмордор, нам надо сюда сейчас. Что?
understand why I'm here. And I can't remember. Let's go find the slaver. His mind may provide answers. Jay's been watching us. Сюда пройти нельзя, вот бред. Похоже на Бэтмена. Прикольно. Скорнищи. Это что? Прикольно. И прикольные косички. Ну а чем зеленьким стал светиться? Так еще было белого цвета. Ну, что это не даст? Ух ты, улучшение. Ой-о, еще улки. Интересно, их можно одним за другим убить? А, не выйдет походу. А убьем этого одного. Ой, я там еще их дофига. Сколько ж их здесь? Эй. Попадаешь-то. Блин, косой я. Ах ты ж. А ну. Дай мне стрел. Ух ты. Че у него глазки такие интересные светятся. Еще один. Ах ты ж попал таки ко мне. Дай-ка мне стрел. Ох, лучше. Ничего себе кастомизация. Ну, тоже похоже на как бы это не было. Впереди тоже нужно, если что, убить. Тут никого. А, убил. И что тут сделать нужно? Ого, как это их всех убить, вы чё?
Их слишком много скрытно убить. Thank you. За 3 минуты. Thank you. Слишком быстро надо. Thank goodness. Thank you. Thank you, Ranger. Теперь спрячусь в кусты. Так, а вот поближе. Убью-ка этого. This is taking too long. The order just lost. Еще этот. Блин, вот это когда стоит так. Ха, вот ливает. Как его обойти? Ой-ой. Да не покидай, я хочу последний убить. Так. Извини, чувак, но ты не доделаешь. Ну-ка. И что мне за это? Не понял я. Ой-ё. Еще есть так. Жалко в кусты не затащить. Как они, интересно, реагируют на трупы. Когда их находят. Так, нужно куда-то туда. Blood and pain. Ипа, кто меня засек? Начинаем задание. Так. Вот, верзилы. Не повезло, бедняги. I use your human sight to track the Uruk. I see more than any mortal. Опознать Гимба.
Ну где этот геймуб? А, вот он. Slay the orc captain. Cut off the head of the snake, and the body will wither. Archers, I must take out the eyes of the camp. Нужно убить лучников для ночи. I heard the slave begging for mercy, begging you for his life. If one more runs, we'll be out of coal. Тут на крыше торчишь, ты ж не лучше. Где тут еще? Вот еще один. Готово. Как его убить-то? Да что такое, что ты? Not a chance, Glob. You maggot! A pity I have to kill you. You would make a strong slave. Блин, ну и шапочка у него смешная. Готово. Они все убегают. При убийстве капитана полностью оружие. Почему нет? Место для руны. Может, еще какая-то есть? При зверстве? Что означает зверство? Не хватает денег. Так, что-то еще. Лук. Вроде неплохая. Так. Кого-то нужно тут найти. Этот, что ли? So you didn't die 10 years ago. I take it you did not come here to arrest me for treason, Captain. You and I are all that remains of that garrison, you know. Why did you come here? Looking for a slave that fought the Black Hand of Sauron. More like ran away from him. You know this man? Of course. You're staring at him. Where are the servants of the Dark Lord? Do you even know? Perhaps. This is no time to keep secrets. I have been stuck here for weeks. Steady. Come to the outcast camp. We shall ask my scouts. I'll be there. О, голуб. Прикольно. Sister of the Orc. No. Someone wants this.
Ну что, голову тут надо? Зрительный попутчик. Ну, если на крест наступить. О, эти опять все вернулись. Да, респаунятся они, эти мобы. Слишком много респаунятся. Sort of road that hides in the shadows. Something of great power has left its mark on him. I sense it. And you feel he has answers? For both of us. We should find him then. It shouldn't be too difficult. Будем выслеживать Голума. These tracks are not quite human, not quite beast. Even more reason to investigate. Die, worm! Be wary. This creature leads us to path. There's too many! Not even outcasts deserve this fate. The chain of man seems to always end in shackles. Да туда нужно красться. Чего он тут Мордоре забыл? Он же в пещерках жил вроде. Ну, чтоб их там... Сюда. Ух ты! Это было. О, похоже на капитана орков. Погоди. А, так то лучник был, твою ж. А стянуть нельзя. Ну да, не ассасин, конечно. А нет, можно. Прикольно. Так, он куда шел?
тут. The Runt's tracks lead us right into that Caragor cave. О, пещеру Карагора, это нехорошо. It's on the run! Пещера Бэтмена, блин. Что это еще? О, два очка способностей. Так, чтобы открыть. Ладно. О, это как раз подойдет. Пещера Карагоров. Еще растение. Это что еще? Какой-то медальончик. Ого. Черт, орков сколько. Voodoo hunters. They must have tracked the Caragors here. Hold still! Там Карагора седлать. Не понял так. А, так на него сверху надо спрыгнуть. Блин. Блин. Карагора, что ли, завалить? Your cowardly creature lurks around here somewhere. Как туда пролезть? До сих пор мается в своей прелести. Precious. It
trust him. But we need him. Do not wish to know who I am. Голум. Когда-то это был хоббит. Так. Прикольно, новый напарник. Голум. Так. Где тут растение было? Она пополнит жизнь. Чё, как он меня не видел? Какой-то баг игры. Ого, сколько их там? Как мне их выйти? Она вас в бане. Растение, которое он дарил жене, не вредил. Так. А зачем туда? Дух Мордора. Это обязательно? Похоже, это то. Ау. Там эта зверюшка сейчас наприкончит орка. Или урюка этого. Не понял, почему быстрее не шел. Behind
копеечек фигов. О, тут эта зверюшка. Это еще кто? Наемный убийца. А стрел нету. Гребаная зверюшка. Че они его не трогают? О, прикольно. Ты меня скинул. О. А. Они убили мою собачку. А не, я валю. А то сейчас эта собачка убьет меня. Так. Как там выстрелять? Блин, они еще одну собачку забыли. А нет, она еще жива. Слушай, можно. Эй, какого? So much for a big bad ranger. Да, непонятная фигня. What are these towers of silver? They are lights to guide us in the land of shadow, where all other lights may fail. Pale reflections of the light of the two trees, and memories of a lost kingdom. It was the Targ leaping down on him! Ночь на дворе. Ого, сколько тут собачек. А шо ж ты не стреляешь? Все преграды перескакивают. Ух ты! Даже такого сути запрыгивать. Ага, спешится Корфул. Дух Мордора. Come close if you want for that cat. Oh, slave scum! I'll pour a poison in your ear. Oh, but you cut these ropes. Right back, I'll tell you everything. Now, what would you know in all these other dead orcs?
ahead, you bastard! Do it! I'll die. You'll know nothing! Maybe I'll grant your request in your misery. No. It's just that, look! Просто дурачился. Slaves are no match for the Orc army. Their schemes as rotten as barrel fish. Teach your ways in the Orc. Right, Beckin, make your plan work. We're going to find out what you know. Пугается при виде карагоров. О, круто, у меня есть один. Укротитель карагоров. А сам боится карагоров. Смешно. You can't trust them. Those slaves will stab you in the back. At least an Uruk will stab you in the front. Most likely the throat. We have similar goals, Ranger. See, you want to kill the captain, and somebody's got to take his place. Somebody like Ratbag. So this Goroth is in charge? Of this camp, yeah. But he's no war chief. They answered directly to the Black Hand. I'll show them all when I'm in the Black Hand's inner circle. Becoming a captain is just the first step of Ratbag's plan to become a war chief. Then prepare to step hard on his neck. How did you get free, scum? Прям как бы от меня. Get the ranger, not me. He's a much easier target. His sword broken. Leave the fireman alone and face me, Uruk. Not me. The ranger's meat is far more tender. А сейчас завалят эту придурка. Давай. Ranger, quickly! I don't do well with pointy ends shoved into me. Well done, Ranger. Now, just picture all these corpses as Gorov. Visualize your goals. Gorov's been out for Ratbag for years. Piece of donger he is. We come to blows his four battles Ratbag can remember. Still, Ratbag never wins. Last time, he kicks Ratbag into the Caragor pit. All the others laugh as a Caragor. Mm-hmm.
bats wrapped back around like a yarn ball. Oh, that Gorov's gonna pay. Smug piece of dung. He'll pay. Gorov keeps Caragors in pens. The rumor has it, he doesn't like to get too close to them. And let me guess, you think I should open those pens? Gorov's always in there. Never leaves, ever. Wonder where he pees. Oh, that explains the smell. Keep out of sight. I'll see that your captain gets demoted. Splendid plan. You kill, I wait. That's military genius, that is. Got him, Gorov's right up ahead. I'm salivating with anticipation. The drool of revenge. You wouldn't think by looking at Gorov there were so many weapons snatched. Высоко. Давай, Леш. When you're on patrol around the hollow, make sure you look up just in case. Yeah, I and the reef climb around up on. Find everything from above. А я, что ж ты не выстрелил? Да, блин, не работает. Фух, получилось. Мне с тревоги не поднял. О, опять эти дровики эти. Сосчитали. Goroth's in the hunting camp. So much for him always being in the same place. A captain who fears his own beast. Fear is a powerful tool, Talion. Let's put Goroth's to work. You damn worry. Maybe I can kill you for being a trembling little man. Запалился. О, тут башенка эта. Можно хп восстановить. Стоп, чё хп не восстанавливается? Oh!
Ха-ха! Сожрали его. Вовремя успел спрятаться. About to lose his head. Да, теперь крысари тут заправляют. First I'm resurrected by a wraith, now I am working with an orc. What could possibly be next? We must use the weapons of our enemy against him. The orcs hate each other almost as much as they... Новое задание.